Друзья, товарищи, вот интересный видеоролик, он есть на ютубе, применение плазмотерапии и лазера по технологии HILT, HILT-терапия, то есть High Intensity Laser Therapy, представляет собой самую лучшую, эффективную методику по лечению суставов, опорно-двигательного аппарата. И этот метод изучен и используется в Америке с 2005 года. Американская ассоциация FDA одобрила. То есть это компетентный орган, авторитетный. Пробиться в рекомендации FDA нельзя даже за деньги. Туда пробиваются только методы, которые проверены длительно, а клинические испытания проведены. И вот плазмотерапия и физиотерапия занимают лидирующее место в лечении опорно-двигательного аппарата. Видите, высокая способность проникновения в ткани, значит, метод не токсичен, безопасен, отлично сочетается с другими видами лечения. И мы в нашей клинике Атлант используем еще магнитотерапию вот на таком аппарате. Сейчас вот Юле лечим люмбалгию, боль в пояснице после ночной смены. Да, Юля? Она работает акушеркой в нашем местном роддоме. Сколько ты сегодня деток приняла? Троих. Всем Атлант свернули. Как говорят, некоторым. Специально сворачивают Атлант. Вот такие вот акушерки плохие. Юля, а ты сколько за свою практику детей приняла? Ну, уже достаточно. Тоже? 300. И всем Атлант свернула. Сейчас голые пресненские дети ходят кривые, косые. Да, то есть специально вот мои акушерки и сестры сворачивают. Ну, это так, маленькое отступление. Поржали, хватит. И вот смотрите. Вот этот ролик я не могу выложить на свой канал, так как он защищен авторскими правами, но вы можете по ключевым словам найти клуб травматологов-ортопедов. Это авторитетный такой клуб профессиональных врачей в России. Вы можете найти этот ролик и посмотреть, как работает эта методика, то есть применение плазмы и физиотерапии. Дело в том, что я выкладываю часто ролики, и вот недавно выложил ролик с этим магнитом, когда мы с Сашей укрепляли послеродовую атрофию мышц живота, качали пресс. Представляете, находятся до сих пор комментаторы, которые говорят, что это все неэффективно, не работает, хотя этой аппаратурой лечат современных звезд, футболистов, таких футболистов, как Рональдо, Месси и других, недавно в Инстаграме выкладывал. Этим магнитом качала попку и пресс, вот это, как ее, Ким Кардашьян, известная американская, типа в России вот это Бузова, у них это Кардашьян, там у них свой дом 2 есть. Многие люди пишут, что вот пойдите в спортзал. Юля, ну скажи, как спортзал? Может ты ходить в спортзал? Теперь у меня ножки болят. Не может ходить она в спортзал, потому что есть от спортзала побочный эффект. То есть, если у человека больные вены, если у человека в пояснице грыжа, и человек не может делать скрутки, не может делать физические упражнения, есть противопоказания, то вот как раз этот магнит хорошее подспорье для лечения позвоночника и в качании пресса, укрепления передних мышц живота, то есть абдоминальной вот этой мышцы большой. Вот, Юля, что ты не пойдешь в спортзал? Что ты не закачиваешь поясницу? Вот представьте, друзья, вот она отработала всю... Да. Но сегодня она отработала всю ночь, да, приняла трое деток, не спала. После ночной смены пришла работать к нам в клинику, и сейчас она должна сонной все бросить своего ребенка, не делать с ними дома уроки, да, а пойти лечить спину в спортзал, потратить время на дорогу. И если мы можем поставить терапию 10 минут на поясницу, это гораздо будет проще. Правильно, Юля? Конечно.
ну, 10 минут, и тебе полегчало, да? Да. Спортзал это надо бросить ребенка, на кого-то оставить, да? Поехать, пока доберешься, пока переоденешься, пока покупаешься. Это полтора часа уйдет. А тренера там нет? Да, и тренера нет. Вот толку от этого спортзала, если она не знает, какие ей помогут упражнения, правильно? А физиотерапия, какой вы протокол поставили? Протокол обезболивания. 10 минут и реально боль. Уже не болит, да? А давай сейчас увеличу тебе до 35. Ну вот представьте, еще 8 минут нету, у нее уже боли нету. Но это для тех людей, я снимаю ролик, который в комментариях под нашими видео делают срач. Опыта не умеют в этом оборудовании, не понимают, как она работает, не понимают, почему мировые звезды лечатся этим оборудованием, могут только каркать. Ну, всем пока.